Будучи директором жилищного треста, госпожа Лискала подписала с администрацией Саяногорска договор об изготовлении и обустройстве в поселке Майна новогодней елки и праздничного городка. Работы оценили почти на 300 тысяч бюджетных рублей. Коммунальщики должны были изготовить и смонтировать металлический каркас елки, ограждения, гирлянду и выполнить еще ряд мелких работ. Однако вместо новых конструкций работники треста установили в Майна старые, ранее неоднократно использованные детали. К тому же предприятие оформило акты выполненных работ с завышенными объемами. Уголовное дело по заявлению администрации Саяногорска на директора жилтреста было возбуждено в январе этого года. Обвинение подсудимой уже предъявлено. Правозащитники отмечают, что судебное разбирательство обещает быть громким и долгим. Данное уголовное дело на сфере ЖКХ, можно так назвать, именно на директора управляющей компании, это первое у нас в городе. Я надеюсь, не последнее, поскольку ситуация действительно на самом деле очень напряженная. Я думаю, что здесь есть над чем задуматься правоохранительным органам, и мы будем контролировать данную ситуацию.